Врачи будут выявлять расстройство психики у переболевших ковидом пациентов. Для этого Министерство здравоохранения планирует разработать специальную памятку. Сейчас пациента могут направить на осмотр врача-психиатра только в том случае, если выявят медицинские показания во время углубленной диспансеризации, сообщают «Известия». Более 2000 вакансий открыто в Первоуральске. По данным администрации города, самыми востребованными сейчас являются начальник карьеры, врач и инженер-проектировщик. Тарифы на вывоз мусора вырастут в Свердловской области. В этом году они поднимутся на 2,9%. Об этом рассказал замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егор Свалов. Больше половины россиян планируют провести майские праздники дома. Опрос, в котором приняли участие 1600 человек старше 18 лет, провел ВЦИОМ. 55% опрошенных будут дома, 42% на длинные выходные собираются уехать на дачу. Поездку внутри страны организуют 8% россиян, 5% сообщили, что собираются на Черноморское побережье Кавказа и в Крым.